Всем привет, ребятки. Ну что ж, давайте сделаем тест Ван дер Сара. Рост стандартный, 1,97 м. Кстати, у него, по-моему, и без фикса вратарей рост 1,97 м. Так что он один из немногих вратарей, который играет именно как он играл бы. Ну, с 1,97 м любой вратарь так играет. Нет разницы. Статы у него, конечно, выкручены до 140, но толку от этих стат нет. Здесь овер ниже моего на 2 или на 3. Он дырка. Он дырка. То есть, конечно, моменты хорошие дают, как бы. Но другой вопрос. Да, отсюда каждый берет. Вопрос, откуда моменты тебе дают и как ты бьешь. Как ты успеваешь ударить. Если там рандом, гасится ли тебя закрутка, либо удар, да, и, соответственно, он берет. Но если овер ниже, то тебя гасят меньше. Поэтому вратарь играет хуже. Если овер выше твоего, то тебя ударами гасится. Удары не всегда такие, которые ты исполняешь. Поэтому вратарь тащит. Вот и все. Вся магия вратаря. Но этот овер ниже. Вы видите. Прошивается. Но здесь моменты хорошие на самом деле. Это в ЛПЛ чувак попался. Не знаю, как у него такой овер низкий. Хоть Ван дер Сара забрал. Но это другой вопрос. Здесь. Ну. Прошивается. Почему прошивается лучше? Ну, потому что там нет рандомов закрутки, да, и с хорошим ударом у меня, по сути, здесь только один оба, потому что там силы удара нету, 139. Насколько я понимаю, удар портится отчасти, крученный после силы удара в 139. Надо потестить еще больше, но, тем не менее, есть такая чуйка, что именно 139 и все. Крутить сложнее в разы. Дуга. Дуга. Дуга меньше становится. Более плохая дуга для закруток. И все. Крутится плохо. Ну, 18 ему. Да, 18 насувал. Это новый ЛПЛ. Второй матч. Но здесь легко прошли. Прошили. И Гомес. Выбегает. Ну, да, выбегает он. Хорошо. Постоянно выбегает. Бежит хорошо. Но опять же, на 99 скорости и на 90 бегают все одинаково. Это был тест на скорость, где уже это делал. Так что здесь даже если будет 99 там и 100, может будет разница, и то навряд ли. Штрафные, ну не знаю, то берет, то не берет, тоже от удара зависит. Как ударишь, откуда штрафной. Как и все. То есть, что ДХ там мой, точно так же играет, что Миленко Ицаич тоже вроде вообще без статов. Вот Миленко Ицаич по-прежнему нормальный вратарь. Он не топ уже, как раньше, он как все стал. Но тем не менее играет точно так же, как этот Ван дер Сар. Плюс у этого Ван дер Сара, если его, конечно, взяли, он 107-й. Пока что открыт, по-моему, только 104-й овер. Вы овером берете. Вот ради овера его стоит брать. Плюс прокачка на вратаря. Очень дорогая, очень дорогущая прокачка на вратаря. Там 1 к 4, поэтому этот Ван дер Сар у многих в составах. И он именно овером гасится. Ну, за счет овера. Можно овером другого сопа гасить. А то, что у него 107-й, да по барабану, что у него 107-й. У всех давно участие в вратарей выкручены статы на 130, на 125. И они играют одинаково. Плюс там есть ключевые статы. Это ключевые статы, это рефлексы и это номер один. Вот эти два буста качают какие-то ключевые статы, что вот на этих двух бустах вратари лучше играют. Ну, вот вратарь на этих двух бустах и нормально. А здесь красотуля была через себя. А вот это овер повыше моего на плюс 3. И сразу будет другой результат. Ну, поэтому делаю два матча. Один против ниже овера, другой против выше, против вратаря, чтобы затестить. Ну, здесь было два овера разных, скажем так. Диаметрально противоположных. Один овер выше, другой ниже. И, соответственно, в одном вроде как чуть подтаскивает, а в другом вообще ничего не подтаскивает. Ну, вот так вот.
Ну, здесь во вратаря. Здесь как бы набегается, защитник борется. Ты почему-то всегда в таком моменте отчасти лупишь во вратаря, если овер выше твоего. Здесь штрафной, ну, зашел. Хорошо. Ауба. Ну, в этот угол он затаскивает. Здесь не берется. Тоже не взял бы никто. Один в один, как и другие вратари, ребят. Если вы думаете, что возьмете Ван дер Сара 107-го, вам что-то вытащит по сравнению с другим вратарем, который у вас стоял, нет. Но овер выше. В этом преимущество, и поэтому его надо брать. 107-го нет. Качать вратаря дорого. Поэтому ради овера только. По игре разницы не будет. Хорошо. Но без доната его не взять, разве что сезон как-то продлят. Но если сезон продлят, то там и 107-й откроется. Не знаю. Не знаю, ребят. Стоит ли на него насобирать? Я не знаю, можно ли на него насобирать вообще. Этих жетонов там 7 месяцев надо, да? Но сезон, скорее всего, прикроет уже через 7 месяцев по-любому. Здесь прошил, ну, 8. Вместо 20, 8. 10. Ну, так и играем. Не добежал. Не добежал. Вытащил. Ну, я думаю, любой вратарь бы здесь бы тащил то, что и он, если бы был бы вот такой овер. У человека, против которого я играю. Так, без разницы. Без разницы. Многие думают, что их фиксят, не фиксят. Нет, ребят, вратари играют абсолютно одинаково. Главное... Там два буста относительно рефлексии номер один. Ну, можно на дайвинге, но там надо высокорейтинговых вратарей брать по типу, наверное, Сомер там был на дайвинге неплох в тотсах. Вот, наверное, и все. А так, рефлексы номер один одинаково все играют. Меня спрашивают, можно ли на Рому до конца сезона? Да, можно на Рому до конца сезона. Он играет, как и все другие. Просто есть... Более высокорейтинговые вратари, если вам дали его бесплатный, тот же буст, почему нет, сэкономите на прокачке, думайте. Перекачивать вратаря стоит, если там, допустим, очень высокий вот этот Ван дер Сар 107, ну, конечно, лучше поставить 107, вы сколько на прокачке сэкономите, еще и вольете в него опыт, допустим, с Донарумы, как бы без проблем. Вратаря надо... По овру подбирать и все. Играет одинаково. Ну, он здесь даже подтаскивает, понимаете? Овер выше, он подтаскивает. Овер ниже, он не тащит. Такой видосик, пока.